The Wagner mercenary group is completing its handover of weapons to Russia's regular armed forces, the Defense Ministry said on June 12, more than 2 weeks after the group staged a brief armed mutiny. In a statement accompanied by video showing tanks, rockets, and other heavy weapons, the ministry said Wagner had transferred more than 2,000 pieces of equipment and over 2,500 tons of ammunition. If genuine, the handover is the most concrete sign to date that Wagner, whose fighters have waged some of the fiercest and bloodiest battles of Russia's war in Ukraine, is pulling out of combat operations there. It follows a deal with President Vladimir Putin under which Wagner and its leader Yevgeny Prigozhin, who had savagely criticized Russia's defense chiefs over their conduct of the war, called off their short-lived mutiny last month. Вооруженными силами Российской Федерации в соответствии с планом завершается прием вооружения военной техники от подразделений группы «Вагнер». Переданы более 2000 единиц техники и вооружения, в том числе сотни единиц тяжелого вооружения. Среди переданной техники десятки единиц ни разу не применялись в боевых условиях. Также приняты более 2500 тонн различных боеприпасов и около 20 тысяч единиц стрелкового оружия. Тяжелая гусеничная техника, самоходные артиллерийские установки большой мощности и танки свозятся на полевые базы колесными тягачами на тралах с целью не допустить повреждения асфальтированных дорог. Вся техника и вооружение доставляются в тыловые районы, где ремонтно-восстановительные подразделения Вооруженных сил Российской Федерации проводят техническое обслуживание и подготовку для использования по предназначению.